А вы видели эту скандальную схватку на чемпионате Европы по вольной борьбе? В полуфинальной схватке в весе до 74 кг квалификационного турнира в Баку встретились итальянец Франк Чимиза и азербайджанец Туран Байрамов. С самого начала Туран запомнился ярким стартом, забрав 6 баллов в одном атакующем действии. Но сразу же после этого азербайджанский боец выключился из схватки, тогда как опытный Чимиза только начал набирать обороты. Постепенно сокращая отрыв, итальянец сумел выровнять счет с азербайджанским борцом. Но и Байрамов находил возможность заработать дополнительные баллы. Последние 40 секунд у Турана даже не было сил на защиту от атак итальянцев. И тут включились судьи. Не засчитывали баллы, игнорировали атаки итальянца. А в конце и вовсе сняли победные 2 балла, добытые за 3 секунды до конца схватки. Новости ММА, подписываемся.